Это касается семей многодетных, которые постоянно проживают у нас на территории Малоненинского автономного округа. Выплата у нас выплачивается в 3 этапа. Это в июле, в августе и сентябре. Значит, как я уже сказала, касается тех школьников, которые обучаются на территории Малоненинского автономного округа. Те дети, которые обучаются на территории Российской Федерации, в других регионах, к сожалению, данную выплату не получат.